Сегодня у нас прогулка по новообустроенной набережной. Мама захотела посмотреть. Такие скульптуры здесь поставили. Ну, подходи, смотри. Кабан, медведь, глухарь, лось, зайчик, волк, кто там, лисица, олень. Ух ты, много сегодня на прогулку вышло людей. Нашу набережную обустраивают. И там прям до самого, до старого Варковска. Напротив здесь церковь Рождества Христова. Ну вот лось самый большой такой здесь. Закрепленные фигурки-то, закрепленные скульптуры. Ну иди подойди к олененку. Вон волк воет, а это лисица шикарная какая-то. Уже и уши обтерли все у лисы. Так вот, да. Как чтобы лесу видно было. Пофотографировались около лося. Идем сюда дальше. Но это нужно подольше погулять, чтобы увидеть все, что построили, обустроили. Не знаю, мама дойдет, не дойдет. Ну, вроде шагает. Вот, подойди сюда, посмотри, как обустроили все. Ты это не видела еще. Как было раньше и как сейчас стало. Здесь, видишь, дорожки и для велосипедистов, и для и беговые. И просто, чтобы погулять, и туда дальше. Видишь? Сегодня воскресенье, народу много, хоть и погода неважная. Хотя с утра было солнышко и было тепло, 11 градусов. Сейчас как-то похолодало. Набережную, то, что была раньше, конечно, не сравнить. Очень красиво обустроено все. И ветер. Ветер сильный. А там вот очень интересные аттракционы детские. Вело эти. Так, типа как карусели, что ли. Вы там были, да? Там мы были, да. Когда вот это еще не открытое было. Да, 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 да. И типа как амфитеатр там сделан, лесенки такие, да, как вот смотреть на набережную сидеть. Ну да. Там еще деловой центр строится, еще не достроили мечеть там вот сзади. Здание. Так еще обустройство, видишь, еще дальше продолжается туда. Ну, наверное, всю уж набережную до конца. Ну туда будут делать, наверное, да.